Всех приветствую на моем канале Казан Еда. Сегодня мы будем готовить гороховый суп в афганском 15-литровом казане. Значит, для этого нам понадобится у меня 700 грамм ребер. Значит, ну, дома у меня были ребра домашние. Значит, я их замариновал с копченой паприкой сладкой. Обжарил в течение там 7-8 минут. Значит, 2-3 луковицы, порезанные полукольцами, 2 морковки, нарезанные соломкой, 800 грамм у меня гороха. Значит, мы его не замачиваем, просто помыли, высушили. 4 картошины средних, порезанные кубиками. Значит, хлеб мы, пока суп будет готовиться, обжарим, сделаем гренки. Значит, ну и приправы. Перец, горошек, 5 сортов, 5 видов, соль адыгейская, значит, смесь перцев, масло, ну опять же, паприка сладкая с копченостями и хмели-сунели. Значит, что мы делаем? Мы первым делом, то, что мы зажарили наше мясо, масло мы слили в наш казан, чтобы был привкус, дал вкус свой. Значит, первым делом делаем зажарку, обжариваем лук, морковку. В течение где-то 10-15 минут у нас зажарка будет готовиться. Дальше засыпем мясо, чуть с мясом обжарим в течение там 2-3 минут. И будем дальше закладывать уже картошку, горох, приправы и заливать воду. Значит, параллельно я ставлю чайник, там 3 литра воды, я планирую залить пока 3 литра воды закипит, чтобы горячую сразу залить. Ну, дальше все покажу. Так, как я уже говорил, мы в течение 15 минут обжарили наши овощи, 7-8 минут лук, потом добавили морковку, обжарили морковку. Через 15 минут мы засыпали, заложили наше мясо, еще 2-3 минуты мы обжарили наше мясо вместе с овощами. Значит, пока у нас готовилась зажарка, я нарезал кубиками хлеб, растопил где-то порядка 70 грамм сливочного масла, приправы сюда засыпал, ну, перец, соль, паприку, немножко хмели-сунели добавил, чеснок, 3 зубчика порезанных мелко-мелко. Все это помешали, сейчас оно еще постоит, настоится чуть-чуть, будем перемешивать периодически. Далее обжарим наши сухарики в течение 15 там, минут на сковородке до хрустящей корочки. Параллельно у нас закипает наш чайник с водой. Значит, все, сейчас мы будем засыпать нашу картошку, сверху горох. Заливаем это все 3 литрами воды. Добавляем, ну, все по-своему, по вкусу. Я добавлять буду абхазскую соль, столовую ложку. Значит, опять же, перец, паприку, лавровый лист. Все, все это засыпаем, закрываем. Не забываем проверить нашу крышку. Продуваем наши клапана, чтобы воздух хорошо выходил. Проверяем аварийный клапан обязательно, на всякий случай. У всех бывает по-разному. Значит, все, после этого закрываем наш казан. У нас сегодня помощник летает тут, мешает не снимать. Закрываем наш казан, ждем, пока он закипит, это в течение 15 минут где-то, на большом огне. Готовим, кстати, все на большом огне, зажарку и так далее. Значит, через 15 минут, как казан закипел, делаем средний огонь и в течение часа готовим наше блюдо. Через час мы с вами снова встретимся. Будем делать дальше наше блюдо. Итак, значит, прошло 50 минут. Мы готовили на маленьком огне. Теперь спускаем наш воздух вилками. Включаем вытяжку, я показывать не буду. После этого снимаем, ну, засыпаем зелень. 2 минутки настоится. И можно накладывать, пробовать наше блюдо. Значит, у нас получилось вот такое замечательное блюдо. Гороховый суп-пюре.
Значит, фотографии я скину, в конце покажу. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал Казан Еда. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки. До новых встреч.